курортный сбор в Белокурихе все-таки повысили. Теперь за отдых в сутки туристам придется заплатить 50 рублей вместо прежних 30. Ставка выросла с 1 января. И это несмотря на то, что владельцы санаториев и местные депутаты ранее пытались выступить против увеличения платы. Изначально предполагалось сохранить сумму сбора прежней, чтобы не допустить риска снижения турпотока. Однако отстоять инициативу на краевом уровне не удалось. Стоит отметить, что за все время с момента введения курортного сбора в мае 2018 года удалось собрать не больше 20 миллионов рублей, в то время как планировалось выручить порядка 35 миллионов.